Счет 1-1. Первый тайм двух футбольных команд БИК и КСР закончился в ничью. Молодые футболисты дали своим болельщикам надежду на победу. А с началом второго тайма в ворота козлординцев попадает второй мяч. В следующие 20 минут счет сохранился, однако за 15 минут до окончания второго тайма гости смогли сравнять счет. А буквально через несколько минут ворота шымкентских футболистов забивают третий мяч. Желая сравнять счет, биековцы и вовсе забыли о защите ворот, чем и воспользовались футболисты команды соперников и завершили разгромную игру, оформив два последних гола. Вообще не очень удалось, как бы тяжелое получилось. Выиграли, конечно, вроде и с крупным счетом, но в первом тайме были большие проблемы и с организацией игры. И пропустили гол, начали немного волноваться, спешить. Поэтому цельной такой игры не получалось. Вот, ну, во втором тайме, слава богу, наладили все, и как бы все, что вылилось, голы. В итоге свисток арбитра зафиксировал победу козлординцев со счетом 5-2. КСР стал еще на один шаг ближе к премьер-лиге.